Всем привет! С вами вязание от сайта вязок.ру, уроки и мастер-классы. И сегодня мы с вами свяжем вот такое вот солнышко в квадрате. Прекрасный квадратный мотив, найден мной на сайте Life Internet. Просто сняла к нему видео. Итак, для вязания нам понадобится пряжа. У меня это детский каприз. Здесь, получается, вяжу в две нити, потому что крючок у меня номер 3, и в одну нить будет довольно-таки вязать рыхло. Итак, вяжется мотив с использованием в основном столбиков с накидом, но также используются рельефные лицевые столбики с накидом, столбики без накида, полустолбики с накидом и столбики с двумя накидами. Все я вам покажу в процессе видео, поэтому если вы чего-то не умеете, оставайтесь все равно с нами, будем вязать вместе. Итак, начинаем мы вязание. Чтобы не было дырочек с кольцами-амигуруми, если кольцо-амигуруми не хотите делать, можете сделать 4 воздушные петли и замкнуть их в кольцо с соединительным столбиком. 3 воздушные петли нам заменят первый столбик с накидом и еще 11 столбиков с накидом, провязанные в это кольцо. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Если у вас, как у меня, уже остается маленький хвостик, подтягиваем немножечко его, чуть-чуть затягивая колечко. Восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Колечко затягиваем полностью и завершаем ряд соединительным столбиком в третью воздушную петельку подъема, которую мы делали в самом-самом начале. Протягиваем ниточку через эту петлю и через ту, что была на крючке. Первый ряд готов. Следующий ряд уже начнем вывязывать, используя рельефные столбики с накидом. Так как мы вяжем столбиками с накидом, то вяжем в начале каждого ряда 3 воздушные петли для подъема. Провязали. Теперь делаем накид на крючок, вводим его за первый столбик. С лицевой стороны получается. И провязываем столбик с накидом. Далее. Следующий столбик мы провязываем. Обычный столбик с накидом. Делаем снова накид. Заводим его. Заводим его за столбик. И провязываем снова лицевой рельефный столбик с накидом. Следующий столбик. Делаем то же самое. Сначала провязываем столбик с накидом, потом провязываем рельефный столбик. Снова следующий обычный столбик с накидом и в него же рельефный. Давайте довяжем этот ряд до конца. Замкнем его также соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема, и в конце этого ряда у нас должно получиться 24 петли. Вот что у нас получилось. Далее мы будем вывязывать новый ряд. Делаем 3 воздушные петли для подъема, вяжем столбик с накидом в следующую петельку, и из этой же петельки, ну то есть вводим крючок за лицевой столбик предыдущего ряда, вывязываем еще один лицевой рельефный столбик с накидом. Далее, в следующие 2 петли мы вяжем по одному столбику с накидом, и там, где у нас был лицевой рельефный столбик с накидом, вяжем также лицевой рельефный столбик с накидом. Снова еще раз
1 петля, столбик с накидом, 2 петля, столбик с накидом и рельефный столбик с накидом в рельефный столбик с накидом лицевой предыдущего ряда. Также нам нужно продолжить до конца ряда, и в этом ряду у нас прибавится снова 12 петель, и всего их станет 36. Давайте самостоятельно довяжем, замкнем ряд соединительным столбиком и встретимся в начале нового ряда. Вот что у нас получилось. Следующие два ряда мы будем вязать аналогично тому, как уже вязали. То есть, если в прошлый раз мы вязали 2 столбика с накидом и рельефный столбик, то в этом ряду мы свяжем 3 столбика с накидом и уже потом рельефный столбик. Еще раз показываю. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом и рельефный лицевой столбик с накидом. Продолжаем так вязать до конца ряда, и в этом ряду у нас прибавится еще 12 петелек и станет 48. И следующий ряд мы должны провязать аналогично с прибавками. Делать мы их будем через 4 петли. То есть мы провяжем в следующем ряду 4 столбика с накидом и лицевой рельефный столбик с накидом. Давайте довяжем эти оба ряда до конца и посмотрим, что у нас получится. Вот какая красота у нас получилась. Провязано 5 рядов. Остается дело за малым — вписать наше солнышко в квадрат. Итак, приступаем к вязанию нашего следующего ряда. Делаем 4 воздушные петельки. Они нам заменят один столбик с двумя накидами. Далее вяжем 1 столбик с накидом, 1 полустолбик с накидом, далее 9 столбиков с накидом. Но это будет наша сторона нашего квадрата. 1, 2, 3. Довязали 9 столбиков без накида. Далее снова 1 полустолбик, 1 столбик с накидом. И делаем 2 накида на крючок, вяжем 1 столбик с двумя накидами. Провязываем 1 накид, провязываем 2 накид и сам столбик. Завершили. Далее 3 воздушные петли. И далее надо снова провязать столбик с двумя накидами в следующую петельку. Уголочек у нас сделан. Далее мы продолжаем вязать аналогично: столбик с накидом, полустолбик с накидом, 9 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли, следующую петлю снова столбик с двумя накидами, столбик с накидом, полустолбик с накидом, 9 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли. Следующую петлю снова столбик с двумя накидами. Далее вяжем столбик с накидом, полустолбик с накидом, 9 столбиков без накида, 1, 2, 3,
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, полустолбик с накидом, столбик с накидом, далее столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли и соединительный столбик, 4 воздушную петлю подъема. Наш квадратик готов. Остается его немножечко завершить, обвязав столбиками без накида. По стороне у нас будет идти по одному столбику без накида в каждую петлю. В арочке из 3 столбиков без накида мы должны будем провязать по 5 столбиков без накида. Давайте провяжем и посмотрим, какой мотив у нас получился в итоге. Итак, вот какой мотивчик получился у меня. Надеюсь, вам все понятно. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Также ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Заходите в гости на YouTube, Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Участвуйте в моих бесплатных мероприятиях. В ближайший месяц мы будем вязать из остатков пряжи. Подробности можно узнать в группе ВКонтакте. До новых встреч! Пока-пока!